на конкурс. Дети читают стихи для лабиринт.ру. Читай. Киселева Алиса, ученица 6 А класса музыкально-эстетического лицея города Энгельс, 12 лет. Булат Окуджава, весна. Небо синее, как на картинке. Утро майское, солнце, покой. Улыбается жук на тростинке, словно он именинник какой. Все устали от жуткой метели, раздражительны все потому. Что бы там о зиме вы ни пели, но длиннее она ни к чему. Снег такой, что не сыщешь друг друга. Ночь бездонная, словно тюрьма. Все живое засыпало вьюга. А зачем? Позабыла сама. Всяк, заблудший во льдах ее синий, у него или слеп, или зуст. Нет, увольте от сложности зимних, от капризов ее и безумств. Слава Богу, что кущи и рощи наполняются звоном опять. Пусть весна легковеснее и проще, но ведь надо же чем-то дышать. Наслаждается маем природа, зверь в леса и звезда в небеса. И из самого сердца народа вырывается долго. Ах!